Книга теней. Вернись, свет в тень, в ночь. Пожалуйста, прошу тебя помочь. Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшно. Потому что прямо сейчас, друзья, я готова получить посылку с сайта Darknet. И как вы думаете, кто это будет? Вы узнаете совсем скоро, перед началом, три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз. И два. И три. Друзья, если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши самый клевый коммент, чтобы стать участником моего видео. А прямо сейчас, друзья, мы идем забирать посылку с сайта Darknet. И это будет My Little Pony Exe. Ребята, вот она, это My Little Pony. Только что мне передал ее менеджер сайта Darknet. О, господи, у нее черные глаза. И сбоку на ней написано «Умри», а с другой стороны квест. Значит, внутри этой Little Pony, что означает какой-то пурпурный, что ли, пони. Я, кстати говоря, точно не уверена, что это значит. Находится квест, который мы с вами обязаны прямо сейчас пройти, друзья. И что это будет, мы узнаем буквально через пару секунд. Блин, она реально жуткая. Мне реально страшно, ребята. Но нам придется прямо сейчас разрезать эту милую розовую пони. Кстати говоря, на кого она больше похожа? Насколько мне помнится, My Little Pony, это поняши, там всякие, там какие-то радужные бывают, Пинки Пай. Много, да? Я не знаю, их много. Но я знаю только какую-то, знаешь, как радужная синяя такая, типа Пинки Пай, по-моему, из-за... Ну, короче, вы представления не имели то, что они просто обычные пони. Пони, из обычного мультика, но у каждого есть черная сторона, так же, как у любого из вас есть хорошее, так есть внутри что-то плохое, так же и у My Little Pony есть хорошие My Little Pony, а есть плохие, возможно, в каком-то потустороннем мире. Мы сейчас прямо узнаем, что внутри этой проклятой Darknet игрушки, друзья. Ребята, предстоит разрезать прямо сейчас. Меня уже смущает то, что на ней написано «Умри». То, что ее глаза как будто бы выжжены костром, ребята. Как будто бы кто-то взял сжженную палку и воткнул этой маленькой пони в глаза. А, My Little Pony, это же моя маленькая пони. Little, малышка, наверное, да, переводится так. Квест, ребята, я так думаю, что именно квест. И я вот здесь вот прощупываю что-то внутри этой пони. Черт! Слышишь? Она живая. Внутри что-то есть. Какой-то музыкальный чип, который поет такую светлую и добрую песенку. Но навряд ли там что-то хорошее. Поэтому прямо сейчас давайте соберем на этом видео 5000 лайков. А я разрезаю живую проклятую My Little Pony прямо здесь. Раз, два, три. Черт, она запела после того, как я ее разрезала. Жесть, ребята. Что же внутри? Так, как я и говорила, это музыкальная шкатулка. Но обычно мы очень много разрезали проклятых игрушек. Обычно здесь находится либо скрытая камера, либо какая-то подсказка, какое-то письмо. Друзья, прямо сейчас мы узнаем, что там. Я уже вижу бумажку, ребята. Жесть, здесь что-то есть. Жесть, ребята, просто посмотрите, что спрятано внутри этой My Little Pony. Какая-то бумага здесь, видимо, есть какой-то квест или какое-то задание. Да, так и есть. Друзья, найди 6 пони или умри. Здесь написано «Найди 6 пони или умри 6 пони». То есть получается, что это первая пони, которую мы заказали, но нам предстоит прямо сейчас отыскать еще 5 пони. Как же это сделать? Нужно подумать, друзья. Пока я думаю, мы увидимся с вами через пару секунд. Итак, ребята, наконец-то я нашла свою
книгу теней. Это самая проклятая книга, которую вы когда-либо видели. Но это не обычная книга. Внутри этой книги таится тайна. Все то, что попадает внутрь этой книги, становится мистическим артефактом, готовым помочь обладателю, того, кто является им. То есть тот человек, который обладает предметом, который находится внутри этой книги, тому он и помогает. И прямо сейчас я готова заговорить эту книгу на помощь тому, чтобы найти еще 5 недостающих пони, чтобы я не умерла, потому что, как мы с Димой посоветовались, кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Ребята, получается, что на одной стороне было написано «умри», на другой — «квест». Либо ты умираешь, либо ты выигрываешь квест. Квест означал то, что я должна отыскать ровно 6 пони, друзья. Пожалуйста, помогите, если вы вдруг где-то за... Ты слышал это? Черт. Охотники уже идут за мной. Охотники – это те твари, которые убивают, если ты вдруг не проходишь квест. В этой книге находится кукла Вуду, которая должна мне помочь прямо сейчас. Я делаю заговор этой книги, чтобы кукла Вуду помогла мне отыскать 5 недостающих My Little Pony Exe. Книга теней, книга мертвых. Верни свет в тень в ночь. Пожалуйста, прошу тебя помочь. Раз, два, три. Книга. Покажи. Да, ребята. Кукла Вуду находится внутри этой тайной книги. И теперь при помощи этой куклы Вуду я могу отыскать пони. Я чувствую, что они спрятаны в этом проклятом лету. Прямо сейчас туда. Самое страшное то, что я ощущаю смерть. Я ощущаю нечистую силу. Духи правят в этом лесу. Здесь страшно. Здесь действительно страшно. Ребята, жесть. Горячо и тепло я нашла. Здесь второго пони, первого которого я заказала. Второй пони прямо здесь. Да, это то, что необходимо было найти для квеста My Little Pony. Маленькая лошадка, но мы продолжаем. Еще 4 пони осталось. Будьте внимательны. Ищите их вместе со мной. Они здесь, в этом проклятом лесу. Что это? Что это? Черт! Здесь кто-то есть. В этом лесу точно охотники. Короче, я буду складывать пони тебе в карман. Нужно быстрее выполнить это задание. Кукла Вуду, помоги. В тайный мир дорогу мне открой. Тише, тише, понимаешь, ты мне мешаешь. В тайный путь дорогу мне открой. Призови, призови. Где My Little Pony Exe? Призови, призови. Где My Little Pony Exe? Откопай. Откопай. Откопай, откопай. Дерево. Открой. Откопай. Человек мертв. Короче, кукла Вуду дала мне несколько подсказок, по которым я должна найти расположение My Little Pony. Откопай, найди дерево. Дерево, еще что-то было, Дим. Человек. Дерево, дерево. Нужно искать вокруг деревьев. Черт. Черт! Жесть. Господи, я испугалась. Дерево. Пони здесь. Ребята, третья пони здесь. Она за деревом. Видимо, это и хотел сказать кукла Вуду. Третья пони Экзи в нашей копилке, друзья. И мы отправляемся дальше. Нам нельзя медлить. Сколько еще? Я не знаю, там были послания. Были послания. Погоди, да я положу. Подожди. Так, были послания. То, что дерево. Откопай, откопай и человек. И еще как минимум откопай и человек. Подсказка. Вуду, 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 Дол, Вуду, Дол. Кукла Вуду, помоги.
Раскрой мне тайны, найди. Раскрой тайны, найди. Раскрой тайны, найди. Помоги, помоги, помоги. Помоги. Здесь точно есть пони. Те, которых нам не хватает. О, Господи, не может быть! Блин, я правда подумала, что это настоящий человек. Но это какие-то ноги. Это похоже на чучело, ребята. Это похоже на чучело в лесу. О, черт, ребята, это просто жесть. Оно жуткое, но я чувствую, моя кукла Вуду подсказывает мне, что четвертая My Little Pony здесь. Черт, жесть, ребята, просто, это просто жесть. Она находится действительно где-то здесь. Я нашла ее, Дим. Мне кажется, это она. Очередная пони-игрушка, друзья. Теперь у нас их 4. Осталось найти еще 2. Дим, давай я положу еще 2 пони. О, Господи. Слышал это? 6. Ты слышал? Стучит. Надо еще проверить Веви. Черт. Сейчас, погоди. Погоди, силы покидают. А игрушка заряжается лишь надолго в этой книге. Я уже ничего не чувствую. Откопай, откопай, откопай. Откопай! Откопай! Могила! Здесь? Могила! Мы должны что-то откопать в этой могиле. Да! Да, 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 да! Еще одна пони! Еще одна пони! И это 5-я. Осталась последняя, ребята. Будьте внимательны. Она где-то здесь. Эта кукла Вуду совсем мне уже не помогает. Ха! Там! Да, последняя, 6-я кукла Пони найдена. Друзья, мы пошли в квест, и с нами ничего не случится. Если тебе понравилось это видео, я...